Кейлек в районе Кирпичного будет обустроена набережная протяженностью 3 километра. Об этом стало известно в ходе рабочего объезда главы региона по рекам и дамбам Актобе. Также стало известно, что возобновятся работы по расширению и углублению русел рек. Динара Абдуалиева продолжит тему. Саздинское водохранилище длиной 1 километр 100 метров построено в 1967 году. Высота дамбы 11,5 метров. Проектная мощность 7,5 миллионов кубов. Работают тут два регулировщика и 6 охранников. На общее содержание уходит около 10 миллионов тенге в год. Вы знаете, большой был наплыв воды. И наш вот этот дюк, это называется ковш. Через ков проходило очень много воды. Практически прошло здесь 13 миллионов кубов и немного разрушилось. После этого мы действительно начали ремонт. Это уже заканчиваем. Практически все бетонные работы закончились. Глава региона, осмотрев объект, остановился на вопросах очистки дна реки Саздинка и дал конкретные поручения в сжатые сроки предоставить проект по данной работе. И тем более, как доложили Ералы Тугжанову, для этого имеется вся необходимая техника. В целом по городу имеется несколько русел рек, которые, по мнению специалистов, требуют определенной проработки. Это реки Песчанка, Илек и Женишке. Как заметил аким области, необходимые работы по подготовке к весне необходимо проводить уже сейчас. Зимой это будет поздно, весной это тем более, поэтому сейчас вот ряд организационных мероприятий будем принимать, в том числе, значит, по чистке рек и в последующем перспективе принятия кардинальных решений по набережной, возможно, там. Все эти вопросы сегодня обсуждены, и проектно-сметная документация направлена, значит, в центральные государственные органы на, значит, согласование. То есть проект по 8 рекам будет возобновлен, о всех работах население будут непременно информировать. Я историю поизучал, по мнению экспертов, те вопросы, которые возникли в 2017 году, в принципе, больше всего связаны с человеческим фактором, то есть объем воды, который идет с Каргалинска и Елекска, я думаю, можно его регулировать объем. Если его регулировать, я думаю, в принципе, объем воды, который с учетом проходимости основного русла, я думаю, можно, в принципе, этот вопрос учесть. Поэтому здесь правильно надо выстроить в целом подходы. Также глава региона поднял вопрос организации досуга жителей у воды. Так, на реке Илек от моста до района Кирпичного планируется построить 3-километровую набережную. И, как отметил Ералы Тугжанов, работы будут проводиться с учетом зеленого массива. И уже в следующем году будет разработана проектно-сметная документация. Динара Абдуалиева, Миржан Аманжолов, Самат Каликенов, телеканал Актобе.